Алло. Игорь Николаевич. Да. Добрый день, Женя Слипецка Давыдов. Доброго вам здоровья. Вы знаете, изучая вашу биографию, я открыл для себя отношение к женщине по-другому. Ну, и что? Бывает. Вы даже характер, оказывается, можете по стройности ног определить. Что им говорю, характер женщины вы можете даже по ногам определить. А это да, могу. Тут даже была в свое время лицензия Псковского комсомольца. Они написали даже, а на моей, это они придумали. Если хочешь долго жить, надо женщину любить. Вот это они придумали. Тихон Николаевич, здоровья вам. Спасибо, уважаемый Тихон Николаевич. Спасибо, милый. Всего доброго. Спасибо. Тихон Хреников – советский и российский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР Тихон Хреников сегодня похоронен на своей малой родине, в Ельце. Его могила находится под грушевым деревом, которое более 80 лет назад посадил его отец во дворе собственного дома.